24 и 25 октября в корпусе гуманитарных факультетов кафедра логопедии Института детства МПГУ организовала Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием «Логопедия. Современный облик и контуры будущего». Наша задача состоит в том, чтобы объединить дефектологическое сообщество. Нам надо работать в одной связке с разными представителями разных направлений. И именно тогда мы сможем добиться успеха, и именно тогда мы сможем доказать, что наша отечественная логопедия сможет доказать все новые направления, которые должны вызвать уважение у наших западных коллег. И сегодня дефектология находится на гребне перестройки, и много проблем, которые приходится решать на месте логопедам, учителям, дефектологам. И мы с вами понимаем, что без осмысления того опыта, который накоплен был в прошлом, без понимания настоящего и очерчивания, вот контура того, что происходит сегодня, невозможно выстраивать перспективу. Эта проблема чрезвычайно важная, и сегодня все, что связано с лицами с ограниченными возможностями здоровья, с какими-то проблемами, это все становится одной из самых главных проблем в отечественном образовании. Я от всей души поздравляю нас, не только вас, но и всех нас с открытием этой конференции. Желаю вам успехов и хочу сказать, что Московский педагогический государственный университет был, остается и будет одним из лидеров этого движения. Конференция предоставила возможность заинтересованному профессиональному сообществу обменяться информацией, обсудить результаты научных исследований и достижения практики. На мероприятие пришло более 800 участников, перед которыми выступило около 150 докладчиков. Программа конференции включала в себя пленарные заседания, работу круглых столов и секций, проведение открытых лекций и презентации интерактивных постеров.